Итак, короче, мне лень описывать весь процесс. В принципе, текст уже готов. Писал я его, не задумываясь, потому что рэп идет от сердца, от души. Дисы, кстати, тоже. Поэтому ну, погнали уже записывать. Я хейтер, я ненавижу ваш рэп, ваш трек, ваш текст. Кто навонял здесь клава кока, задолбал всех рекламы с чипсами. Я худенький чувак, но и придется всем подвинуться. Я залетаю в диспансер для умственно отсталых. На ухо мне шепнули, он зовется TikTok хаус. Бросаю тухлый помидор в лицо тамошним рэперам. С ноги даю понять Милохину, чувак и гейзера. Беру в отмышку, валю карнавал и рандомную тёлку навалю. Вряд ли станет со второй, так и можно попробовать. Мальчики куколды не хотели мешать. Собрались петушины банды хуба бассейна танцевать. Тихонечко на цыпочках, не подаваю виду. Я иду мимо Тимурки прямиком к Егору Криду. И мне тошно от пидоров, и я тырю косметику, чтобы заглянуть на хату к эстасамке с приветиком. Ну здорово, два вареника. Заказывала бургер, я принес манекена на вертеле. Еще раз залупнешься на добрых людей, я лопну твои губы, после схаваю их на обед. Бум! Как поживаете, акулы шоу-биза? Бум! Не ожидали мощного удара снизу? Бум! Я подустал от вашего стриптиза и забыл уже, как выглядят реальные артисты. Бум! Как поживаете, акулы шоу-биза? Бум! Не ожидали мощного удара снизу? Бум! Я подустал от вашего стриптиза и забыл уже, как выглядят реальные артисты. Я пытался вспомнить, кто еще там знаменитый, но не смог. Че не веришь, а я реально не могу. Эти индивиды, как один, все под копирку, тупо масса. Напоминает колбасу. Забежал в супермаркет, там Ильич со своей тёлкой. Я выхватил станок и побрил ему усы. Блин, лучше не стало, как обратно запилить. Теперь его от его тёлки вообще не отличить. На полке стоит сода, чё там делаешь, придурок? Слезай давай, тупые песни сами себя не запишут. Ладно, не обижайся, вот тебе и карамельный петушок. Кому-то же надо под твои треки танцевать тикток. Носатый, где альбом? Ты не видишь, но плохо. Рэп-игру надо тряхнуть, пока не стало поздно. Перечитай эту книжку, бро, я в тебя верю. За твое здоровье хлопну сегодня консерву. Бывает так, в доме 100 лет никто не убирался. Ясное дело, что так дальше не может продолжаться. Предлагаю всех собрать для общего субботника. Скинуть кизару с подоконника. Бум! Как поживаете, акулы шоу-биза? Бум! Не ожидали мощного удара снизу? Бум! Я подустал от вашего стриптиза и забыл уже, как выглядят реальные артисты. Бум! Как поживаете, акулы шоу-биза? Бум! Не ожидали мощного удара снизу? Бум! Я подустал от вашего стриптиза и забыл уже, как выглядят реальные артисты.